Тут кто-нибудь есть? Пора покончить с этой книгой.
Я тебя предупреждаю. Уходи. Я Луа Альскаль. Кто смеет мне мешать? Сгинь или присоединишься к моей армии мертвых. Встаньте из могил и сокрушите этого червя!
Я не могла поднять его, но я подниму армию и отомщу за его позор. Тело прежде, чем я успела его поднять. Он должен был вернуться ко мне.
Отойди от меня! Прости меня. Я не этого хотел. Прости меня. Я не этого. Меня нет выхода. Меня нет. Прости меня. Прости меня. Я не хочу тебя. Прости меня. Я не этого хотел. Прости меня. Я не этого хотел. У меня нет выхода. Прости меня.
этого хотел. Покончить с этой глупой игрой. Эй!
стоило сюда приходить. Проклятие на твою голову. Ты что-нибудь слышишь?
какой сюрприз! Говорят, что бедолага Сабьерн попал в тюрьму в Вайтране. Как же ему не повезло. Именно. Теперь ты понимаешь, как работает наша система? Мавин сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Значит, это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить, поссорить Мавин с гильдией. Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть.
Я бы на твоем месте поторопился. Я его никогда таким злым не видел. Нет времени на болтовню. Мерсер тебя ждет. Ага, вот и ты. Я поговорил со своими людьми по поводу добытых тобой сведений о поместье Златоцвет, но никто не смог опознать этот символ. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тишка, настроив против нас Мавен Черный Вереск. Очень умно. У них много средств, и им удавалось годами оставаться в тени. Я поражен, что им удалось столького достичь. Только не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. В найденной тобой купчей упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя — Гулумай, скользкий ублюдок. Гулумай — наш агент восточной имперской компании в Солитьюде. Готов поспорить, он был посредником при продаже поместья Златоцвет, а значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бринюльфом до отъезда. Не могу поверить, что Гулумай во все это влез. Этот аргнянин собственный хвост в темноте не найдет. Пойми меня правильно, он бы у нищего вытянул последний септим. Но он не стратег. Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Та еще работенка. Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Гулумай просто взорвался, и можно будет на него надавить. Да, это верно. И учитывая, что он лазает в карман Восточной имперской компании, мы этим воспользуемся. На всякий случай, еще раз скажу, он нам нужен живым. Пока просто сиди у него на хвосте, и он точно вступит во что-нибудь, чего так просто с подошвы не ототрет. Гулумай работает на складе Восточной имперской компании. Он помогает разбирать все товары, которые приходят и уходят из Солитьюда. Это значит, что у него есть доступ к лучшим товарам, которые приходят на берега Скайрима. Он не совсем член гильдии, но он платит нам долю от всех своих находок на складе. Отправляйся в гильдию и доложи Мерсеру, это чрезвычайно важно. Если узнаешь, что Гулумай нас дурит, и товара у него больше, чем он нам говорит, это тоже будет очень полезно знать. Группа купцов, которая основала порты по всему Тамриэлю. Они фактически монополизировали торговые перевозки. Говорят, их прикрывает сам император, а это значит, что у них почти неограниченные ресурсы. Так что не тереби империя. Есть воры, а есть Гулумай. Ни чести, ни закона. Он тебе руку пожмет и в ту же минуту ударит ножом в спину. Он в последнее время забывает делиться с гильдией. Говорит, что товаров на складах мало. Наверняка врет. Держи ухо востро, он очень хитрый. Удачи в Солитьюде. Не убивай Гулумая, но напомни ему, кто мы.
Итак, кто это у нас тут? Я не торгую землей или недвижимостью. Но если тебе нужны товары, это, конечно, ко мне. Ай, постой. Ты говоришь, поместье Золотоцвет? Мои извинения. Прости, но я почти ничего не знаю про эту пасеку, да? Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Ладно. Если б я знал, что эта сделка принесет мне столько проблем, я бы не взял золото. Ко мне пришла женщина, которая попросила представлять ее интересы в одном деле. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить Оренготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Наш герой, наш защитник Одовакин. Нет, я обычно не задаю слишком много вопросов работодателю. Думаю, ты понимаешь. Но я заметил, что она крепко ненавидит Мерсера Фрея и хочет до него добраться. Слушай, тебе нужна информация или нет? Ко мне пришла женщина, которая попросила представлять ее интересы в одном деле. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить Оренготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Слушайте, норды, о славе его. Лишь кинешь ты клич. Ко мне пришла женщина, которая попросила представлять ее интересы в одном деле. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить Оренготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить Оренготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Нет, я обычно не задаю слишком много вопросов работодателю. Думаю, ты понимаешь. Но я заметил, что она крепко ненавидит Мерсера Фрея и хочет до него добраться. В нашем деле мы редко называем имена. Кто мы, зависит от того, сколько у нас денег. Это все, что я знаю. Я же
не говорил, что у меня есть все ответы. Теперь, раз мы договорились, я пойду своей дорогой. Не так уж плохо быть старым. Дочка меня кормит, и работать уже не надо. Заходи, заходи! Посмотри, что предлагает Каджи. Мы что, в прятки играем? Ты говори с яйца братьями. Дед Джаз с тобой не будет говорить. Лучше.
Что это было? Все-таки показалось. Говорю, просто отдай золото. А он разве послушал? Отбирают. Нет, они вечно сопротивляются. Ты что, не понял? Сюда! Шор милосерден к тебе! Где ты?
Ха! Вот-то где! Победа! Кто-нибудь есть? Ха!
Здесь находиться. Последний раз предупреждаю. Убирайся, а то я позову стражу. Кто-нибудь есть? И точно! Был какой-то звук. Тебе что-то понадобилось? Я думал, я совершенно четко дал понять, что Гулум-Ай очень важен для гильдии. Мне жаль, но раз тебе так нравится делать все по-своему, твое вознаграждение пойдет на компенсацию ущерба. Итак, Гулум-Ай рассказал что-нибудь о покупателе? Нет. Не может быть. Я этого имени не слышал много лет. Это и вправду дурные вести. Я надеялся, что больше никогда с ней не встречусь. Карлия уничтожила все, за что стояла гильдия. Она хладнокровно убила моего предшественника и предала гильдию. Когда мы узнали, что она сделала, мы потратили месяцы на то, чтобы ее выследить. Но она как сквозь землю провалилась.
мы с Карлией были напарниками. Я ходил с ней на все дела. Мы прикрывали друг другу спины. Я знаю ее приемы, ее умения. Если она убьет меня, не останется никого, кто смог бы ее поймать. Если бы мы только знали, где она. Подходит только одно место. Место, где она убила Галла. Руины святилища Снежной Завесы. Мы должны пойти туда, пока она снова не исчезла. Мрака бремя. Что здесь творится? Да, я пойду с тобой, и мы убьем ее вместе. Приготовься и приходи к руинам как можно скорее. Нельзя дать ей снова от нас уйти. Может, там придется работенка. Можешь ко мне присоединиться? Учту, спасибо. Нужно что-то? Прости, парень. У меня есть важные дела. В другой раз поговорим. Прости, парень. У меня есть важные дела. В другой раз поговорим.